92-я серия, участок Мурманск, Магадан. Я продолжу комментировать на заправке. Ребята подсуетились и организовали. Я пропускаю, отбойники стоят. Стоянка. С правой стороны была. И вот поставили щиты, чтобы не шумели ночью. Это на самом деле всю ночь машины, шум. Проехали, поэтому снег не сделал щиты. Загораживает. Ну а дальше Балская. Нет, сюда я заезжать не буду. На заправку. Омск 287, Амурская
все. Забыл. Ну и здесь дорога замечательная стала. Замечательная дорога. Справа. Сколько фунта. Вот наша заправка. Газ. Вон. Нефть. Вот так вот, да? Вот так вот. Вот сюда встанем. Так, повторю, это 92-я серия, участок Мурманск, Магадан, 9-й день движения. Так, в этой серии маска. Где маска? Вот она, маска. Будет пройдено 73,5 километра. Ну, я хочу обратиться с таким вопросом. Иногда на стоянках, на ночевке, я включал видеорегистратор на ночь, чтобы заснять ночное время в режиме парковка. Если сейчас идет запись со скоростью 30 кадров в секунду, то в режиме парковки там один кадр в 30 секунд. Ну вот, насколько было возможно, иногда он всю ночь работал, записывал. Мелькают машины, подъезжают, уезжают. Ну, на мой взгляд, это интересно. Вот. Если интересно для вас это, то напишите, пожалуйста, в комментариях. И второе. Выкладывать одной отдельной серией режим парковки на привале, или же присоединять его к основному видео. И третий момент, значит, такой. Я снимал на режиме парковки и на трассе Колыма, в Якутии, на Колыме. Там, к сожалению, всю ночь снимать не получалось, потому что довольно-таки быстро лобовое стекло покрывалось инеем, и ничего не было видно. В общем, хотелось бы услышать ваше мнение о том, стоит ли размещать видео в режиме парковки на стоянках, на привале. Я так вот иногда просматривал, ну, довольно-таки потешно, интересно, как машины подъезжают, уезжают, движение, динамика ночью. Ну, необычный, скажем так, режим. Ну, в общем, на ваш суд, на ваше усмотрение. Так, это село, поселок Абатское. Я, по-моему, о нем буду еще говорить во время движения, когда в салоне автомобиля буду давать комментарии, рассказывать об Абатском. Вон я мелькнул с намордником. На многих заправках, да не на многих, не на всех, редко, когда
требовали одеть маску, не обслуживали. Ну, там два варианта. Или покупаешь у них маску, или же в салоне автомобиля. Ну, все, дальше смотрите, слушайте оригинальную дорожку. Так, нормально. Девочки обижаются, что люди ходят без маски. Пришлось маску одеть. Так, переобуться и двигаемся. Тебе что, сообщение скинул? Надо. Маршрут перестроен. Поверните налево, а затем поверните направо. Так, я переобуваюсь. Совсем удобно ехать в этих галошах. Я говорю, на привале пошел дождь. Так, ну здесь я смогу проехать, нет? Проехали. И впереди у нас, на мой взгляд, замечательное место для погибших животных. Кто там? Кого-то сбила машина. Должно быть, на мой взгляд, одно из самых хороших мест для отдыха
не самое лучшее, но мне почему-то нравится. Это мотель «Уют» вблизи поселка Крутинка. Отлично сделали. Мост отремонтировали. И главное, дорогу поставили в эти обойники. Это первое. Второе, само полотно дороги стало замечательным. Разметка, все в норме. Километров 80, а подожди, 80, да, 80 примерно отсюда вот, показывает 78 навигатор, на 80 километров, скажем так. Подвожу итог, что этот участок дороги, который был далеко не самый лучший, конечно, он был получше, чем Бердюшка, но вот от Бердюшки до сих пор дорога просто очень хорошая. Местами обновляет полотно. Какое сравнение со старой дорогой? От Крутинки до Омска километров 200. Крутинки 80, 280 и от Омска до отеля Омич еще 70 чем-то километров, и 350 примерно, 350 нужно проехать. Цена бензина тут что-то 47 рублей, 95-й, фига себе, 47. Вот, пожалуйста, резюмирую. Дороги. Дорога очень хорошая, сами наблюдаете. Бензин, констатирую, 47 рублей. С небольшими копейками, сейчас не помню.
одна из самых низких цен по России. Вывод какой? Руководитель района, района или региона, вполне достойный человек, честный, знает проблемы, решает их. Честь и хвала. Вот так. Ни больше, ни меньше. Человек достойный, человек на месте. Вот Данилова, где была ночевка, где был привал, в городе, в таком состоянии дороги, вы видели. Ты сейчас вообще не едешь, это... Ты 85 больше не идет, ёп. Все понятно. С днем дальнобойщика, ребята. Слышали, но и не надо. Хотел поздравить их.
находится мотелем «Уют». Тренирую память. Фарами, а вон я уже вижу отсюда. Машинка стоит с огнями. Так, сегодня надо будет найти стоянку. Просто стоит, мигает и все, что ли?
поля уже готовы. Комбайнов пока не вижу. В сентябре пойдут дожди. Наверное, на кочках его.
стоит. Скачок в поясах сразу на два. Не надо. ФБР Путин незаконно минута. Сказал, дальнобойщика не разобрал.